Сейчас поедем тормоза на самолете прокачивать. Вот, у меня пилот тормозуху пьет, пока летает. Вот сейчас будем доливать тормозную жидкость, прокачивать тормоза. Минут, наверное, ну не минут, наверное, около часа это дело все займет. Сейчас вот еду в аэропорт. Так, мы приехали. Тормозную систему прокачать. Тормозухи налить. Тут вот 24-й пошел. Там вертушка полетела. Короче, я не шибко видеооператор, так что извините за все это присутствие. Так, что мы имеем? А мы имеем падение уровня тормозной жидкости. Вот. У нас вот здесь вот этот секелек поддавливает. Сейчас надо будет тормозуху через него закачать. Ну, тут такая система, приходится через них закачивать. Далее, если время останется, подкапотное осмотреть, снизу капот снять, осмотреть глушитель на наличие трещин. Если все нормально, то сегодня еще отгоняем двигатель. Закачивать систему тормозную жидкость будем вот таким вот шприцом. Вот. Для этого нам еще послужит наш вазони. Вот эту вот трубочку снимем. Она нам понадобится. Опа. Чтобы закачать тормозуху. Все, вот подсоединили шланчик наш. Налили тормозухи. Ну, я свинюшка, короче, немножко. Вот. И вот он наш. Наша емкость. Начинаю закачивать потихонечку. И объем увеличивается. Так, пока я тут тормозами занимаюсь, у нас пролетел Боинг. Наша ведерочка. А тут пошел Аэрофлот на взлет. Красиво, красиво, да. Все, тормозную систему сделали. Сделал. Вот, смотри, какой закат. Красивый. Какое небо красивое. Вот. Тормоза сделаны. Система прокачана, тормозная. Но что-то мне все равно не нравится. И если там технически посмотреть кое-что. В общем, я позвонил, написал своим друзьям, коллегам в Европу. У них, по-моему, есть такой самолетик. Вот. И вопрос про положение, как сказать, рычага тормоза. В каком положении должен стоять стояночный тормоз, потому что мне кажется, там чуть-чуть по-другому все должно быть сделано, не переделано, а именно само положение мне не нравится тормоза, не знаю почему. Ну, в общем, я сделал запрос, скажем так, посмотрим, что мне ответят. Я не хочу показаться умным, но просто у меня какие-то сомнения есть. Что еще сказать? Ну, правильнее, конечно, вот так задом на самолет идти. И, конечно, вот поставить стул бы здесь где-нибудь. Поставить камеру. Ну, стул-то не проблема, можно в самолете сесть, поставить камеру. И так, знаете, чисто, как говорится, блог, влогинг, что-нибудь попиздеть на камеру, поговорить о чем-нибудь. Ну, извиняюсь за мат. Вот. Дети, надеюсь, меня не смотрят.
погода позволяет, закаты красивые, самолеты тоже красивые, я тоже красивый. Вот, ух ты. Ну, машину типа отремонтировали, нифига не отремонтировали, шкив на ней навернулся. Вот, иду со Стохи уже в третий магазин. Двигатель же нам перекинули. По итогу шкив, короче, там шпонку срезало, шкив навернулся. Шкив нашли, шпонку я нашел, еще какую-то херню нашел. А, все притягивают. По итогу еще какая-то шайба там должна быть под шкивом. Ее нету. Вот иду уже в третий автомагазин. Еще эту шайбу. Короче, задолбался уже с этим ведром. Все, продолжается наша эпопея. Продолжается эпопея, да. Так. По ремонту АвтоВАЗа. Просто на нас, наверное, сейчас озолотится.